Доброе утро! Уже завтракает мое солнышко, Алиса. Хлопья кукурузные кушает, да? Ты прячешь, не показываешь. Рафаэль печеньки, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Пуф! А мама кушает сегодня булочку шоколадную с шоколадом и кофе. Всем доброе утро! Все потому, что я потратила денежки. Чуть-чуть, немножко. У нас хорошие были скидки, за это немножко потратила. Но я наконец-то себе сделала приятно. Мне Арно так и сказал. Бери определенную сумму, иди трать на себя. Честно говоря, я всегда себе во всем отказываю. Как отказываю? Я, когда определенную сумму беру, я иду и трачу на детей эту сумму. Или на мужа. А в этот раз я сделала себе приятно, потому что муж велосипед подарили, что там я ему еще, вот он поехал сегодня в Тулузу покупать себе этот шлем, этот карапас, сделать себе приятно, он поехал тоже. И дети, мы, говорится, не обидели у них все, что они хотели, на Новый год получили. Вчера или позавчера мы ездили с детьми, нет, по-моему, не помню, когда вот мы ездили, в среду мы ездили с детьми,
на начало распродажи, мы им купили обувь, мы им купили то, что они хотели. Из вещей у них там вот просто вот столько, это не нужно было даже брать. Так по мелочи, игрушки я всегда покупаю, говорится, ну не обижаю, в этот раз я себе решила сделать приятно. Так, все, показываю. Смотрите, я купила себе, это не себе, да, это себе купила туфельки. У меня нет таких красивых женственных туфлей. Честно говоря, я все время таскала кроссовки, там, ботинки такие, знаете, ну, мощные такие. Во-первых, с детьми это было гораздо удобнее. Во-вторых, ну, не знаю, почему так получалось у меня. Джинсы и все остальное. Теперь я хочу ходить в платьях, как видите. И одеваться, конечно, для красивых платьев нужны красивые обувь. Вот, купила себе вот такие туфли. Смотрите, какие прикольные туфельки. Вот такие. Мне понравилась эта вот застежечка. Оригинально. Может, кому-то покажется старо, модно, что-то, не знаю. Но мне понравилось. Я, говорится, девушка не совсем современная. Вот, и если я покупаю турсы. Смотрите, сколько они стоили. Они стоили 44,99. Минус 70%. Я заплатила, по-моему, 12. Сейчас скажу. Так, 45 на 3. 3,50 на 13. 13,50. 13,50 я заплатила за эту обувь, которая стоила 45 евро. Стоит ли того? Конечно, стоит. Что у меня такие классные туфельки. Дальше, что? А, это я, Алиса. Я же не могла по-другому. Но Алиса себе спорвала, побила вторую пару обуви. И, ну, как побила, она ее испортила. У нее здесь дырочки опять. Я ей купила такие. Тут там. Я ей купила такие ботиночки. Все такие. Хоть Арной ворчал, сказал, все, вот купили мои кроссовки, будет ходить только в кроссовках, будет она в штанах постоянно ходить, никаких ей больше ботиночек, ни туфлик, ничего, раз она не умеет за ней следить. Действительно, последние ботинки у нее продержались всего 2 недели, вы представляете, 2 недели. Вот, стоили они 29 евро, минус 60%, за них я заплатила 11,60, всего-навсего, стоило того. Еще надо пометить, конечно, подойдут ей размеры или нет. И купила я себе моя любимая марка Tamaris. У меня были уже один раз такие ботинки, но так как они очень дорого стоят, по моему бюджету, для кого-то, может быть, это недорого. Для меня платить, например, 100 евро по обувь я не могу. Даже если я могу, я не могу в своей голове сказать, что я хочу, я куплю. Не умею я так. Не умею тратить деньги. Вот, и я себе купила вот такие вот ботиночки моей любимой обуви Tamaris. Кожа 100%. Здесь даже где-то указано было. Видите, даже подошва вся расписана. И почему я себе позволила купить? Потому что стоили они 99 евро. А заплатила я за них всего лишь навсего 15 евро. Представляете, какие скидки-то? Так что я такая счастливая, довольна, что нравится здесь высокая. Вот здесь подошва. И здесь вот каблучок, он такой более-менее устойчивый. Ну и как бы элегантный, красивый. Такие полуботиночки себе взяла. Здесь сейчас рубляшка здесь. Такая вот. Такая вот у меня красота теперь. И недорого. Сейчас бы Арно был бы рядом, сказал бы, да тебе и 10 евро дорого. Но я, честно говоря, радуюсь, когда я мало плачу. Дальше. Тут я пробежалась. Я купила себе шампунь. Он за 2,50, но он огромный, для жирных волос, очень хорошая марка. И из-за этого я себе взяла. Он, мне его надолго хватает. Взяла я себе вот такой крем. Основа на вот этих вот слизи, этой улитки. И так как этот магазин недорогой, Axion называется. Если кто-то смотрит меня из Франции, очень хороший магазин. Можно найти все, что угодно и совсем не задорого. Вот, так он, по-моему, 1,50 евро стоил, 1,49. Представляете? А вообще кремы такие, крем из этого, из слизи улитки, он очень дорогой. Так что я себе взяла аж 2 баночки. Алиске я купила вот такие классные сережки, смешные, сердечки. Мне больше тут большие будут. А вот, кстати, и написано, да. Крем стоит, да, 1 евро 49 сантим. Ну и щетки зубные купила деткам. У них уже испортились их. Ну, я регулярно их покупаю, меняю. Ну, и коробочку такую взяла. Это я Алисе Рафаэлю взяла, чтобы их вот эти резиночки, знаете, для браслетов. Мы же не купили. И вот туда все складывать. Тут как раз все в одном месте. И нигде ничего не раскидано. Так, откладываю в стороночку мои сети. Чеки. Ну, еще самое классное. Шмотки.
Слушайте, я такая вся экситы, как когда говорят французы. Сейчас я вам все покажу. Вот такие черные классические брючки купила себе. Стоили они... Вот они стоили 25,99. Минус 50%. 25,99, 26, 13 евро брючки. Брючки классные, мне очень понравились они. Мне нравится, видите, такая отделочка, поясок красивый. Вот. И самое приятное, размер. Размер, где-то у нас европейский. Вот он. Размер 38, итальянский, по-моему, 42, и у Кая там английский, американский, не знаю, десятка. 38 размер, то по-нашему 38 плюс 6, 44 размер. Боже мой, какая счастливая, я немножко большеватая, представляете? Но меньше размера не было, думаю, ладно, все равно возьму. Взяла себе такую рубашечку, мне рубашек вообще нет. И так, как говорится, мне надо будет сдавать экзамен, надо быть как-то такой более-менее презентабельной. Купила себе такую рубашечку. Сказали чисто белую, на экзамен не одевать. Вот так у нас сегодня было такое занятие нашим психологом, можно сказать, который нас готовит, как себя вести на экзаменах. Когда разговариваем. Экзаменах. Не на письменном, а на устном экзамене. Вот, так что такая рубашечка. Но единственное, что мне не нравится, здесь вот эта вот открытая, и она как бы мне делает широкое сзади. Так что я здесь прострочу ее и прикрою. Будет мне узненько. Вот. Сколько она стоила? Стоила тоже размер 38. Стоила она 26 евро. Это дорого, я считаю, для рубашки 26 евро. Минус 70%. Это получается 26, 260 умножить на... Тык-тык-тык, у меня вот цены. Так, я заплатила 7,79. Аккуратненько котики, не дайте. Так, что? Алисенька, это вам для этих, для резиночек ваших, если вы залезете, то вам уже люду. Так, еще показываю. Заодно свой пакет достаю. Магазин Лаваль. Там очень много разных марок вместе собраны. Быстро вам рассказываю, потому что время у нас уже 18:30. Ведь должны вообще-то пойти. Что? А вместе с платьями, с паки. Алиса, иди рот помой, у тебя грязный рот. Руки помыла с мылом? Да. Тапочки где? Вот, почему я быстро разговариваю, потому что вообще медленно разговариваю. Потому что время у нас уже 18:25. И мне надо... Ой, аккуратненько, котик, конечно, мне закрыто, все высыпется. Вот, и мне надо уже кушать готовить детям, кормить их в это время, мы вообще уже за столом. Но завтра выходной, можно и попозже. За это, но все равно стараюсь поспешить. Вот, купила Алиске вот такие колготки. Колготки у нас очень дорогие, видите, сколько стоят? 8,99. Я всегда покупаю колготки только в распродаже, только, потому что я считаю, 9 евро за 2 пары колготок платить, это очень дорого. Я себе, блин, покупаю за 1 евро колготки, а вы говорите, что ребенка покупала за 9 евро, получается 4,5 евро одна пара колготок. Колготки такие, тоненькие, видите, прозрачные, серенькие и розовенькие, очень прикольненькие такие. Ну, на весну как раз и будет хорошо, минус 70%, получается, сейчас скажу, колготки 8,99 получается, они не пишут, сколько они выходят, но здесь получается 2,30 евро выходят две пары колготок. Так, первая пара, я набрала разных, теплые взяла, вот такие розовенькие, стоили они 5 евро, видите, минус 70% тоже, 5 минус 70, 1 евро 50, вуаля. Ладно, вот такие еще взяла колготочки, тоже они такие тоненькие, капроновые. Вот две пары разные. Тоже стоили 8 евро, минус 70%. А, тепленькие взяла, стоили по одна пара 4 евро, минус 70%. Получается 1 евро 20. Дальше, дальше, дальше. А, смотрите, что себе взяла. Вот такую. Конечно, это не настоящее бижу, это как бы... фантазийная бижу, вот эти серьги, но они мне очень понравились. Они стоили 5 евро и минус 50%, 2,50 обошлись мне. Так, что еще себе взяла? Я взяла такую кофточку, потому что у меня черная и розовая, ярко-розовая, но мне бы хотелось что-то такое более скромненькое. Такую кофточку, очень мягкая, очень теплая, очень приятная, стоила она 18 евро. Очень дорого. Из-за этого я не покупала, я ждала распродаж. Минус 50%. А еще колготки, Алисина, тоже. Также 8, минус 70%. Видите? А,
еще одни. Слушай, я набрала дофига фигища. Но тебе минус 50%. Но они блескучка, мне очень понравились. И они на постарше. Вот, розовенькую такую же, как и серенькую, я взяла кофточку. Такая она бледно-бледно-розовая. Тоже 17.99 минус 50%. И я взяла себе лифчик, бюстгальтер. Такой прикольный, смотрите, какие красивые звездочки. Стоит 13 евро лифчик, минус 50%. И штанишки, ну эти вообще, конечно, классика. Но это именно вообще, видите, оно. Но я их на мне намерить показывать, как они на мне сидят. Я сомневалась, потому что мне показалось, они короткие. Я спросила продавца, она говорит, вы не понимаете, там модно сидят. Видите, я от моды отстала. Вот такие прикольненькие. Ну, мне очень нравится. Тоже дороговато. 30 евро они стоят, 29.99, но они были минус 50%. Вот, так что все мои покупочки. Я счастливая, довольная, рада. Все, ничего нет. Скажу вам честно, не считала, сколько потратила. Сейчас посчитаю между всеми с вами. Получается 56, 57, 57 и 20. Получается 77 и... Так. 77, а это сколько я заплатила? 26. 77 и 26, 90, 90, 103 евро. 103 евро за три пары обуви. За не знаю сколько там шматья, колготок набрала. Это вообще, это даром, даром. Потому что я же говорю, одна вот эта пара обуви, вот эта вот, самая. 199 евро я заплатила, 15. Я такая счастливая. Все, я буду сейчас быстро все это убирать. Складывать я буду потом. Если, может, даже приоденусь, покажу. Вот. И буду сейчас готовить, кушать малышам. И Арно скоро уже приедет, надеюсь. Надеюсь, не попал в пробки. Али, за работу. Je m'appelle Lena et je vis en Russie. Yeah. Yeah. Так, смотрите. Смотрите, какая у нас классная, такой классный подарок был от крестного и крестной Алисы на Новый год. Вот, так что мы сейчас будем делать. Я пока Алису посажу, она будет делать, а я буду кушать готовить. И смотрите, мы на какую картинку, на самую первую попали. Смотрите, какая прелесть. И знаете, что пишут? Меня зовут Лена. Я живу в России. Вот здесь все написано. Прикольно так. Я живу в России. Чтобы поздороваться по-русски, мы говорим, как это сказать? Привет. Вот. И она говорит так же. А, папа приехал. Папа. Ой, папа с покупками тоже приехал. Смотрите, смотрите, смотрите. Ла! И папа с покупками приехал. И мама с покупками приехала. Боже мой, ты. Вот. Скажи, люди, qu'est-ce qu'on a dit? Faire très, très, très attention. Алиса, слышишь, что сказали? Так, Рафулька, а ты что делаешь? А Рафулька, он разбирает все по коробочкам. Да ты ж мой чудо. Говорят, да папа что-то купил. Сейчас покажу быстро, быстро, а потом на Алисе начнусь заниматься. Смотрите, папа себе купил каску. О, какая красавица. О, это прям по двери к себе. Ну, блин. Так, цены скажу, если будет мужиков интересовать. Может, и женщин. Нифига себе. Лучше бы не говорила. Мне нравится. Красивая, очень красивая. И под велосипед будет подходить. Классно. Зеленая, как велосипед. А? Ребя? Или мьюк ла 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 блю и бланш? Мне все сампле плюс. Рафуль, смотри, папа что купил. Bonjour, Raphaël. Бонжур, папа. А маму не поцеловал. Детей целует, а маму даже не поцеловал. Эх ты, папа, папа. Алис, положи на место ключи. Отнеси на место, пожалуйста, ключик. А маму целовать забыл? Эх ты. Вот так вот. Вот так вот. Детей целует, а мамка даром не нужна.
Сейчас, котик. Сейчас папа покажу и с тобой займусь. С Китая что идут. А это что? Ремонт пне. А, это Катя колеса убирать. Нет, как вам? Видите, ну по рисунку, видите, показано. Снимать колеса, не колеса, а шины. Новые тюбилити. О, классно. Я цены показывала. 3,99 такая вот штучка стоит. А это сколько стоит? Фокс. А эти перчатки он себе купил, потому что действительно у него такие уже старые были, аж обидно было ему, что он таким красивым велосипедом, а с такими старыми перчатками. 32 евро стоят перчатки. Вы знаете, я ничего не говорю по этому поводу, потому что Арно покупает перчатки лет... Ну, у Масенко он теплох, но... Лет на 5 точно покупает, потому что они, ну, как бы не каждый день же, он просто на велосипеде кататься. Из-за этого, если дорогие, ну, они того стоят. А это что, папа? А, это на эти, на колени одевать, на коленники. Ой, слушай, они такие классные, гибкие. Légère, c'est pour rouler ici. Классные. Après, j'ai les grosses bleues pour rouler. О, классные, такие приятные. Celle-là, j'ai mis tout le temps. И сколько они стоят, показывай. 60 евро, по-моему. 60 евро папа за них заплатил. Ну, тоже, я же говорю. C'est pas grave, tu achètes ça pour... Je pas combien, là. Так, что еще купил? Сумку, показывай. Avec une protection dans le dos. Ааа. И видите, какая классная сумка, она защищает спину. Очень хорошо. Я очень довольна, папа. Молодец. Это... De quoi porter le casque ici, en fait. Tu sors des... А, окей, классно. Des trucs, молодец. Là. Tu peux mettre le casque derrière. Здесь donc... можно повесить этот каску, ну, шлем этот сюда повесить. Plein de poches. Да. Je m'appelle Lina, je viens ici, et je t'aime comme un Молодец, папик. Ой, как все внутри хорошо, классно сделано. Апошау. Это и там вот и воду на... Апошау, специальный телефон. А, для телефона, чтобы не портить, молодцом. Спасибо. Классно. Смотрите на этого несчастного кота. Смотрите, как он у меня несчастный. Несчастный кот. Плохо ему здесь живется. Жизнь тяжелая, блин, что ж такая жизнь-то тяжелая у меня? Помогите, спасите! Alors, Петрушка, не плёр па. Молодец. А про Бабу Ягу спой. Секла. А? Эль Рио Секла, а, Баба Яга, Эль Рио Секла, La Baba Yaga. Али спать. Бедный, так голоса уже нет. Целоваться будем? Матрешка? Да. Жвачки не надо. Али. Али. Аккуратно. Спокойной ночи. Спак. Encore un dernier bisou. Mouah. Али, спать. Тебе так уже голоса нет. Молчать надо. Я тебя люблю. Ну, ну что это за свинюшки? Это мне все близко, видите? Я ухо отгрызу. Али, спать. Ухо отгрызла. Али, спокойной ночи. Спокойной ночи. Allez, spi. Va, spi. Travaille. Allez, maman, est-ce que tu peux mettre ça jusqu'à... Да, ma chérie, c'est pas possible. Время уже без 15. Да, без 15.09. Кошмар. Какой без 15.09 уже? Начало 10-го. Спи. Спокойной ночи. Пока-пока. Все, день закончился. Дети спят. Папа там что-то себе заказывает. Что там нашел опять папа? А, обувь нашел, да? Кроссовки он ищет. А, очки. Все, я устала.
Жуть. Все такие покупки делать тоже дело тяжелое, как работа. Одно и то же. Все, всех целую, всех обнимаю, вас всех люблю. Всем пока-пока. Пока-пока.